Здравствуйте, спасибо. Так, ребята, буханочка готова, ё-моё, блин. В общем, заводим. В руке держу, чтобы все не сбилось там. Буханку забрал, она едет хорошо, блин, с менеджером поговорил, ну, решили, что ну не повезло, ну, блин, вот ролик бракованный и все дела, вот, блин, оригинальные запчасти, вот, все поставили, гарантия продолжается, все классно. Машина хорошо едет, после Мерса я вообще в шоке, блин. Это же спецтехника. Как ее можно оценивать как автомобиль? Это не средство с точки А в точку Б доехать по городу там, или еще где-то. Это реальная спецтехника, которая, блин, может делать то, что не может там обычный автомобиль делать. Посади обычный автомобиль в лужу, в которых я был. Он что, не сломается, блин? Ну, конечно, будут проблемы и так далее. Поэтому я снисходительно отношусь к буханочке. Она бомба, она пушка, я ее берегу, люблю, ценю, но иногда по полной ее, блин, чтоб отрабатывала. Ну и как вариант ее потом подлечиваю. Вот так вот я себе это все объяснил. Все классно, я всем доволен вообще, тем более гарантия, все бесплатно, эвакуатор бесплатно. Вообще ноль проблем. Мы заряжены, мы готовы. Новый год нафиг сегодня. Просто, блин, всех с наступающим. Этот видос вот сегодня или завтра, или послезавтра я уже выложу. Сейчас еще что-то накидаю туда. 2022 год был просто улетным. Я столько всего сделал. Я горжусь собой. Просто вот как Кинг-Конг, блин. Это бомба вообще. И я этого не стесняюсь, блин. Можете писать что угодно там. Найдутся наверняка там. Обормоты, блин. Обормоты, вы чё там, блин? Алло, проснитесь, все умрем нахрен, вы чё? Рано или поздно мы все, нас не станет. Имеет ли смысл забивать себе голову дурью какой-то? Давайте, блин, поднимаемся и, блин, танцуем, двигаемся, блин, радуемся жизни, целуем своих женщин, блин, любимых. А если не любимая, разведись ты с ней нахрен, блин, и найди себе любимую. Ты чё, блин? Жизнь одна. Эх! Вот такая энергия, блин. Ну все, а сейчас мы, блин, тут, конечно, я развел жесть. И я сейчас подумал, что самое время записать цели на 23-й год именно вот еще раз, в очередной раз. И вот так, как я хочу. Я в планшете сейчас буду записывать при помощи Apple Pencil, чтобы они всегда со мной были в планшете, чтобы я смог туда смотреть и синхронизируется с телефоном, и в телефоне также я мог смотреть там, ну, в какие-то минуты там, может быть, печали или, наоборот, радости, что, блин, вот там. Ну, в общем, я пошел писать. Так, идем к Ваньку. Опа-на! С наступающим! За прошедший год. Ужасный год. Прекрасный год. Мы, кстати, и у Вани в гостях. Это его девчонки. Только я. И мальчишки. Вкусно. Кстати, зацените, какой размерчик у Ленки. У Леночки. У Леночки. У Ленусика. Вот. Ленусик, покажи размерчик. Размер имеет значение. 50 калибр. Отлично вообще. Болванка настоящая. Очень, очень полезно. Я тебе положу. Не надо, не надо, не надо. Кать. Ну как, не надо, ладно. Я боюсь это пробовать. Это вкусно. Давай. Чё, моё? Да, а, любимый муж? Ё-моё. Вау, луч. Белоруссия, ребята. Ё-моё, луч класс. Офигеть. Тоненький, охрененно.
Буханка максимально заряжена. Получилось. Смотрите. Буханочка, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе долгих лет жизни, офигенных приключений, классных, сложных задач и максимально крепкого здоровья. Так, ребята, купил себе компьютер, который проецирует на стекло. И прикиньте, какое место ему нашел. Даже сюда лепить не надо. Сюда ковырял, ковырял и так, и сяк. А сейчас просто я еду, и мне все, мои показатели на стекле. Как вам такой лайфхак? Ссылку даю в описании к видео. Ну, естественно, лайк с вас. Блин, смотрите, какая пушка. И со всех сторон видно эту проекцию. Самое круто, что видно расход в реальном времени. Ну, сразу расход, километры, тахометр и аккумулятор. Тахометра нету в буханке, расход тоже непонятно. А тут оно все сразу берется непосредственно с OBD2 разъема. Ну вот, где там разъем у нас под рулем слева. Куда? Вовчуганыч, я приехал поздравлять тебя. Ты видишь, блин, заряженный. Мы с царицей поздравляем вас. И огненный бластер даже всегда рядом. С Новым годом. Мы тут катаемся, знаете ли. На новой тачке. Думаем, пойдем погуляем сейчас. А вот наш чудо-лес. И мы идем гулять. Бастончик, скажи всем привет. Смотри, холка, холка. Что-то чую. Смотрю Макса, все из-за металлокопа, блин, буханка просто, и у меня уже руки чешутся. Я бы уже сегодня стартанул бы. Смотри, как едет. Офигеть. Ну что, друзья, момент... 1 января, вечер. Веник не запариваю, просто, знаете, погреться. Ох, отлично вообще. И тут так круто, блин, зависать вообще, бомба, блин. Все в доме у тебя. Мое рабочее место, беспорядок, вот, ну, потому что я последние дни просто накидывал уже документы, какие-то штуки. Мои вот стена достижений, сертификатов, там, дипломов и так далее. Все, телек, тут я читаю обычно. Электронный телескоп. Переместиться в другую комнату, чтобы к компу подключить, потому как и камера, и усилитель работает. Ну вот, короче, USB-шка. Все, к компу подсоединил. Буханка вон там стоит. Уверен, что все будет круто. Вот, помещение тут тоже такое классное сделали. Попробовал я заехать на мойку, ну, на такую вот, на специализированную. Нифига, все равно не могу оттереть местами эту
грязь, которая высохла, она уже такая. Короче, ее либо губкой тереть, либо еще как-нибудь. Вот, видите? Вот так вот не видно, как бы чистая, чистая тачка, все классно. Но я знаю, что она там есть. И вот с этой стороны есть. Хотя и выглядит чистой. Я все же предлагаю устроить батл между буханкой и мерсом. У меня включена автономочка. В общем, я пока не придумал, куда прилепить вот это. Но оно так замечательно здесь устроилось, что я еду, мне все вообще видно. Офигенно. Ну, у меня оно не мерцает. У меня просто немножко двойное изображение, но не влияет на считываемость информации. Все круто. Ребята, помашите ручкой. С Новым годом! Счастье! Ну, в общем, поздравительная процедура от Вани. С Новым годом! Прекрасный тост. Как всегда, не многословен. И это хорошо. Я только собрался покататься по лесу. Оксана пишет. Оказывается, мы сегодня вылетаем ночью в Москву. И уже завтра Алиса утром должна быть в Сеуле. Блин. Завтра в аэропорту? Да. Завтра это вот сегодня ночью, утром? Да. Ну, короче, все. Офигенно, что посмотрели на билеты, вот как обычно, блин, с билетами есть у нас в моменте. Классно, потому что я только стою с Ваней, говорю, крутой год, классно начинается, но уже чего-то не хватает, хочется движухи там и так далее. И, пожалуйста, прилетает вот такая тема. Круто, обожаю, движуха, сразу настроение, все, мыться, бриться, собираться, деваться, вся движуха, короче, начинается. Ну, в общем, что у нас получается? В школу нужно отдать налик, потому что по картам там вопрос, принимают, не принимают. В общем, группа собирает кэш. 1500 на 2 недели обучение, проживание, питание по будням. По выходным они питаются за свои деньги, какие-то покупки и так далее. Поменять в обменнике, это я пишу Алисе, 1000 баксов ей даю, надеюсь, хватит. Резервный фонд $400 даю, на всякий случай, чтобы не произошло, она знает, что у нее есть этот конверт и так далее. Ну вот, все вместе, почти 3000, и вот за такой опыт, посмотрим. Надеюсь, вот это привезет обратно, а может из этого тоже что-то. Элис, покажи, как ты заряжена. У меня Apple Watch. Ёма. Телефончик. Я считаю, этого мне хватит. А что за телефончик? Android? О, прекрасно. Android, да. Просто максимально быстрая смена чашек. Мы взяли и поменяли все билеты и мы сейчас обратно улетим в Питер. Мы даже не хотим выходить из Домодедова. Оксанка себя там как-то стала неважно чувствовать. Может быть, это ее уловки. Но я с ней абсолютно согласен, что променять путешествие в Карелию на буханке, блин, на лазине по Москве, вообще. Мы недавно были и скоро опять приедем. А если честно, то у ребят, к которым мы собирались, они там приболели. И, в общем, кисложопить по отелям и ходить по Красной площади, где мы 100 раз уже были, нам не хочется. Нам именно к ребятам хотелось. Поэтому ждем их скорейшего выздоровления и уже нагрянем так нагрянем.
А сейчас домой. И мы, кстати, сейчас вот уже зарегились и идем, а Алиска там уже со своей группой из сеульской. Вообще меня поражает, как мы выживаем в таких условиях. О, кстати, вот туда сейчас и пойдем. Чик. $23,400 Слабовато. Слабовато для нас. Вид супер. Розеточки тут у нас. О, Oxygen нашла место. Класс. Ну все, надо есть, кис. Ну, наверное, что-то я смогу здесь покушать. Даже горяченькая есть. И гречка есть. Класс. Ну что ж, мы вот выбрали себе безопасную еду. Это, кстати, компот из шиповника, прикиньте. Это суп гаспачо. Минтай, грибочки, гречка. Все как надо. Поели, теперь можно и полежать. Что-то еще? Ребята, мы походу рекорд установили. Блин, сейчас 4:30 вечера, и мы уже подъезжаем к дому. Мы прилетели обратно, и мы все, мы доехали, вот каршеринг взяли. Мы даже на автобусе двигались, там пробка. Не проехать было этим таксистом, и автобус стоял открытым, и в него прыг. Из Пулково вырвались, на первой остановке вышли, сели в тачку, и вот уже подъезжаем к дому. Просто охренеть у нас путешествие. Я очень доволен. Приезжаем, ванна теплая, расслабляемся. Ложусь на диван с Оксаной, включаем какой-нибудь сериальчик. Я быстренько пилю видос за эти дни. Закидываю его вам на одобрение. И завтра начинаем подготовку к Карелии. Не знаю, завтра стартанем. Скорее всего, послезавтра стартанем, чтобы завтра нормально все я сделал, не в попыхах. И уже рано утром, там, послезавтра мы стартанем. Это будет 5 число, 5.01 стартанем. Вот так, такой план.